Городской репортаж. В администрации Железнодорожного состоялось очередное 61-е заседание Совета депутатов под председательством главы города Тараса Ефимова. На заседании присутствовал заместитель председателя Совета Балашихи Николай Михеев, руководители комитетов и отделов администрации Железнодорожного, представители молодежного парламента и средств массовой информации. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем нашу работу. Напомню, что в состав Совета депутатов городского железнодорожного входит 25 депутатов. В зале присутствует 19. Кворум имеется, у кого какие будут предложения. Кто за данное предложение, прошу проголосовать. В повестке дня значилось 9 основных и 2 дополнительных вопроса. Об исполнении бюджета города за первое полугодие перед депутатами отчиталась исполняющая обязанности начальника финансового управления Галина Токарчук. Бюджет городского округа как состояние для первого полугодия выполнен в объеме 2 040 000 000 рублей. Исполнение составило 56% вкладов назначения. Против уровня 2013 года объем доходов увеличился на 439 миллионов рублей. По расходам бюджет городского округа до этого полугодия выполнен в объеме 1 390 000 000 рублей. Что составило 36% планов назначения. Галина Юрьевна отметила, что наибольший удельный вес расходов бюджета составили расходы на социальную и культурную сферу. Кроме того, было отмечено повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений. Данный бюджет за первое полугодие исполнен с профицитом. Профицит составил 656 миллионов рублей. Также в ходе заседания вопрос об утверждении базовых ставок арендной платы за нежилые и жилые помещения муниципальной собственности представила исполняющая обязанности председателя комитета по управлению имуществом Евгения Мельникова. Просим установить базовую ставку за нежилые помещения в 2015 году за квадратный метр 3000 рублей, за жилые 1500 рублей. Это будет по сравнению с сегодняшним днем увеличение где-то на 20%. Для сравнения, в Балашихе ставка примерно в 1,5 раза выше. С предложением о назначении публичных слушаний по вопросу о бюджете городского округа Железнодорожный на 2015 год выступил председатель постоянной комиссии Совета депутатов Владимир Кудрявицкий. Слушания назначены на 12 ноября и состоятся традиционно в зале заседания администрации города. Начало 18 часов. В рамках мероприятия презентацию о работе молодежного парламента представила его председатель Майрам Багбанян. Общение с властью позволяет выражать мнение молодежи и выстраивать мостик между юными депутатами молодежного парламента и органами местного самоуправления. Каждую третью среду месяца депутаты молодежного парламента, следуя утвержденному графику, посещают заседание Совета депутатов, а позже доносят всю полученную информацию на заседание молодежного парламента до своих коллег. За 6 лет молодыми активистами была проделана большая работа, в том числе создание ассоциации молодежных организаций, силы которых были направлены на работу по улучшению города. Своей целью молодежный парламент видит повышение уровня правовой сознательности среди молодых людей. Мы сегодня очень много, наверное, времени, ну кто-то больше, кто-то меньше, посвящает неким социальным сетям, да, общению в интернете. И вот на сегодняшний день у нас существует сайт Совета депутатов, да. Мы говорили о том, что этот сайт совместный с молодежным парламентом, да, и там страничка должна быть, да. И вот единственное, что нам там не хватает, это форума. Дополнительно на рассмотрение был вынесен вопрос о развитии застроенных территорий в центре города. С докладом выступила исполняющая обязанности председателя комитета по архитектуре и градостроительной политике Екатерина Грызунова. Ориентировочная площадь рассматриваемой территории 18 гектар. У нас определен перечень домов, которые подлежат сносу. Сносу не подлежит 9-этажный дом по Пионерской, дом 1. Здание школы, детских садов, стоматологической поликлиники, дома, ну, как бы магазин, находящийся в собственности, и здание налоговой инспекции. Программа рассчитана до 30 года. Последним, но не менее важным в повестке дня стал вопрос об объединении муниципальных образований. В адрес главы городского округа Железнодорожный Ефимова Тараса Васильевича и в адрес Совета депутатов городского округа Железнодорожный поступило обращение главы городского округа Балашиха Жиркова Евгения Ивановича и решение Совета депутатов городского округа Балашиха с инициативой о преобразовании двух муниципальных образований городских округов путем их объединения. Эти документы, они
отрабатываются и отрабатывались достаточно долго, да? А почему вот даже, вот, извините меня, такой приоритет? Два муниципальных образования, два городских округа преобразовываются. Преобразовываются как один, так и второй. Причем, подчеркну, есть еще закон об административно-территориальном устройстве и город железнодорожный. Мы говорим о муниципальных образованиях. Мы не говорим, не затрагиваем, например, город, о чем вот сейчас мы еще должны больше много говорить. Да? То есть данное решение, оно не только как бы разработано здесь, на уровне города, да, оно практически согласовано, и помощь в разработке оказывала и в Московской области, и юристы, правяки. Понятно. Здесь, а да. Что у нас будет какое-то третье муниципальное образование? Новое какое-то муниципальное образование будет? Да, новое муниципальное образование. Датой создания нового муниципального образования будет выход областного закона. Но прежде состоятся встречи с жителями города и пройдут публичные слушания, которые назначены на 5 ноября. Место проведения — администрация города, время начала — 18 часов. Участие в слушаниях могут принять все желающие. Был рассмотрен ряд других вопросов и утвержден проект повестки очередного заседания. Вера Безгина, Анна Якимова, Виктор Демин, РТВ Подмосковье. Городской репортаж.